Мотор, да. Всем привет. Всё, Машка, сегодня у нас группа прекрасных девушек приехала из Украины. Девчонки, привет. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Надя Коба. Я из Украины. Занимаюсь плаванием. А какая команда? Сборная Украины? Сборная Украины по плаванию. Отлично, Надя. Здравствуйте. Меня зовут Мария Лидер. Я с Украины. Вот, сборная Украины. Все по плану, да. Здравствуйте, меня зовут Полина Вербицкая, я с Украины. Сборная Украины. Сборная Украины. И? Здравствуйте, я Анастасия Малявина, я с Украины, сборная Украины. Отлично, девушки, насколько я понимаю, вы сюда приехали для проведения учебно-тренировочных сборов. На Кипр имеется в виду, правильно? Да. Я тогда задам вам несколько вопросов по поводу условий, в которых вы проводите эти сборы. Расскажите нам, пожалуйста, о питании, о тренировочном процессе, о проживании, о том, как вас здесь встречают и как вы здесь проводите время. Люди здесь добрые, открытые, то есть атмосфера хорошая. Угу. Расположение мне нравится, то есть, в принципе, море рядом, вышел 5 минут уже в бассейне, условия прекрасные. Питание разнообразное, то есть, как бы, ты можешь выбрать то, что тебе нравится. И при этом есть и витамины, то есть фрукты, то есть все, что надо для спортсмена. Отлично. Девочка, расскажите, как вам здесь бассейн, тренажерный зал? Все хорошо. Бассейн вообще отличный. И длинный, и короткий, очень хороший. Девочка, а нравится ли вам здешняя природа? Да, здесь очень хороший климат, такой для тренировок. Хорошо. А в встречающей стороне есть ли вам что-нибудь сказать? Что-либо сказать? Все отлично. Ну, желаем вам, чтобы у вас побольше проходило сборов, чтобы приезжали спортсмены не только из Украины, но и из других стран. И чтобы у всех им почаще, чтобы приезжали. Нам очень понравилось. Ну отлично, девчонки. Мы тогда с вами не прощаемся, идем болтать с вашими тренерами. А вам успеха на соревнованиях. Спасибо. Кадр.